Группа Неждан Негадан. Группа, которая всегда выступает в непонятном составе. Нежданно негаданном. Кто придет, кто не придет, кто будет играть. Даже на моей вот памяти, я не очень долго их знаю, но они уже, наверное, 4 или 5 разных составов был. Но два человека там обязательно всегда бывают. Это вот, вот человек на вас укулеле, о чем мы говорили, это Михаил Меркулов, но отвечает за бас, как бы, да, за басовый, за низкие, за низости всякие он отвечает, да. За низость. За низость, да. Вот, он готов унизиться, как Карабас-Барабас, помните? Да, я готов унизиться. Вот. И Николай Топников, вот, тоже прошу поприветствовать, потому что человек вот, гитару мы так и не поняли, какого она цвета, но у него группа Неждан-Негадан, и гитара тоже у него такая неожиданно, она меняет цвет, такой немножко хамелеон. Сначала была более голубая, теперь более в бирюзу, в зелень пошла. Вот. Николай Топников, он еще, к всему прочему, организатор в моем родном Филевском парке всяких классных движух музыкальных. И благодаря его тоже вот снисхождению, можно сказать, что мы сделали два опен-эйра летних в прошлом, позапрошлом годах именно на главной сцене парка Фили. Я надеюсь, что и в этом мы тоже ее сделаем. Вот, мы дружим, и поэтому наш вот такой вот дружеский вечер без него, конечно, невозможен, без группы Неждан-Негадан. Но еще у вас такой камерный состав сегодня, по-моему, да? Ты знаешь, что камерный состав, он имеет отдельное название. Как бы, когда Неждан-Негадан схлопывается до дуэта, то это называется «Каляй Тонко Мигель». Да, я чуть-чуть моложе, поэтому я скажу, что есть специальный термин, который называется «сайт-проект». Вот, сайт-проект «Каляй Тонко Мигель». Значит, насчет не Неждан Негадан, а Каляй Тонко и Мигель. Прошу любить и жаловать этих двух. Как только добавляется человеков. Третий и больше, это уже Неждан Негадан. Но вот сейчас сегодня третий не добавился, поэтому Каляй Тонко. Ходили, спрашивали, третьим будешь, так и не пришел никто. Слушай, неотзывчивые какие-то люди, вот сейчас уже явно что-то, как это, разрыв социальных связей происходит. Никто не хочет быть третьим. Ты хочешь тоже? Я могу, мне все равно. Тебе все равно? Возьмете? Выведено. Ладно, давайте сейчас пусть они вдвоем пока, раз уж они хотят. Когда мы создавались, были очень сильно панковскими музыкантами, нам очень нравилось то, что Майк говорил, великий Майк, лидер группы «Зоопарк». Он говорил так: настраивается слабейший, репетирует тот, кто играет, и играть не умеет. Новые песни пишет тот, у кого старые плохие. И самое главное, играть будем плохо, но долго. Но петь, правда, не дает долго играть. Тут вот придется как-то наступить на горло собственной песни. Вообще, мы очень добрые люди, но часто поем довольно злые песни. Но добрые тоже поем. Вот хотим похвастаться, недавно написали песню, которую даже еще, в общем, не понимаем, как она в итоге будет звучать. Она такая довольно свежая, и поэтому мы с ней экспериментируем. А получилось на написание этой песни таким образом. Вот, наверняка же многие ездят в метро. Было так, что я проснулся. Вот, от голоса тетенька что-то там говорит, а фраза была, что о посторонних предметах сообщите машинисту. Я такой подумал, ну я спросил, посторонний предмет это я, сообщите обо мне машинист. Песня так и называется «Машинист». Замерло было 200, нет 300. В кошельке 3 гроша за год.
душой не шиша, и душа отлетает со свистом. Я забытая вещь, посторонний предмет, сообщите обо мне, машинист. Я забытая вещь, посторонний предмет, сообщите обо мне. Здесь их вагон, где мне все посчитают и взвесят. Это ясно, но вот, знать бы мне наперед, хоть две строчки останут от песен. Я возле и добрее, чего больше во мне. Я горел или был пофигестом. Был ли в лет и любил ли в ответ. Чао, бомбино, остановиста. Я забытая вещь, посторонний предмет. Сообщите обо мне, машинисту. Я забытая вещь, посторонний предмет. Сообщите обо мне. Так надо о безвозвратно уходящем детстве. Da-d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 a
маленькой комнате часы. На-на-на-на навсегда, но как-то верить, и как хотелось вновь довойти. На-на-на-на навсегда закрыты двери, догорает тихая свеча. На-на-на-на у изголовья этой песни и уснут, и вместе улетят. На-на-на-на через время вслед за детством, вслед за детством. Так надо, стрелки спешат. Так надо, но так не хочется. Так надо, стрелки спешат. Так надо, но так не хочется. Та-ра-та-ра-там. Подходит. Сейчас-то уже, как говорится, чего. А, Новый год шагает по планете, он наступил. Ладно, настраивается слабейший. Ну, так получилось. Мне, кстати говоря, один музыкант, Игорь Бычков, сказал, что ему сказал, в свою очередь, другой музыкант. Игорян, ты состоявшийся будешь музыкант, как бы московский музыкант состоявшийся, если у тебя будет песня про Новый год и песня о Москве. Но Бычкова так до сих пор ни про Новый год, ни про Москву нет. Вот. Про Москву мы обычно тырим у Майка, блюз до Москвы. Вот. А Новый год у нас есть такая песня, поэтому всех поздравляем с Новым годом. Песня написана в черноголовке. Песня написана в черноголовке. А вот эту струну надо подтянуть. Боля, я надеюсь, ты не порвешь струну или надо... Умоляю, я не рви струны. Я специально спел две песни таких наиболее. Это же сразу, чтобы... Наиболее спокойно. Либо порвутся, либо не порвутся. Да, у нас обычно рвутся струны. Потому что это добрая традиция на концертах. Вот это все, то, что я тля-ля-ля, это вообще-то флейты, саксофоны, трубы, но их сейчас нету. Каляет он Камигель. Коля, здесь есть любые музыканты. Если бы ты с собой принес партитуры, вот девушка стоит, она бы точно бы разобрала и бы и да. Bam, 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 bam
Достает вот эту вот подлянку из каждого. Так, Миша, играем вот это. Он такой, мы это не репетировали 150 лет. Я хочу сказать, что я тут недавно делал подкаст с одним молодым питерским парнем, лет ему 20. Он приехал в Москву, начал рассказывать, как ему фигово в Москве, как вот ужасно, как это не мой город, как тут все плохо. Я говорю, слушай, ну об этом же там Майк написал песню «Блюз на Москву». Он на меня смотрит совершенно таким пустым глазами. А кто такой Майк? А кто такой Майк, да? Вот. Я говорю, ну как это? Здесь нас никто не любит, и мы не любим их там, в да? В смысле, да? Да? Да ты что? В общем, короче говоря, это вот Generation Gap, вот эта вот знаменитая, да? Вот. То есть есть питерцы, которые не... переживают то, что переживал Майк, не зная, что до них уже это пережили, даже более того, написали классную песню. Давайте мы ее услышим. А еще есть Englishman in New York. Да-да-да. I'm an alien, I'm an alien, I'm an Englishman in New York. И у Киры Комарова такая песня есть. Про, ну, про Петербург. Ладно, ребята, смотри, мы плавно... Следующая группа тут уже на пятницу. Из Калейтунга и Мигеля мы перетекли с Петей, мы втроем, это уже нежданный гад. Да, кстати, Петя, пусть с нами. Тем более, кстати говоря, друзья, в этой песне вот что-то все время я никак не могу сорганизовать, хотя я сам являюсь ведущим праздников шоу-программ. Там надо когда еще по одной, кто-то должен крикнуть, наливай, обязательно вот это. И чокнуться. Наливай. Да. Смотри, у нас настраивается слабейший уже был, это репетирует, тот, кто играть не умеет тоже. И вот уже плавно превращается в то, что играть будем плохо, но долго. Ладно. Блюз де Москву. Майк Науменко. Здесь нас никто не любит, а мы не любим их. Все ездят на метро, ну, а мы не из таких. А мы берем мотор, хотя в кармане голяк, и мы теряем свой портфель. Мы пьем чужой коньяк. Я не люблю Таганку, ненавижу Арбат. Еще по одной и пара назад. Здесь нас никто не любит и не зовет на флэт. Не выставляет пиво, не готовит нам обед. Мы всем поддерживаем кайф, нам кайф ломает кругом. И в центре один крутой облом. Здесь холодно и гадко, здесь очень не бумаг. Еще по одной и по назад. И барышни в столице милый, но не для нас. А мы любим звезд Панк-рока, идут сплошной отказ. Меня динамит телеграф, не выдавая перевод. Мне не
сердце, когда болит живот. Из порванной штанины глядит мой голый зад. Еще по одной и по назад. Там стрёмно в магазинах, там все не как у нас. Там не достать портвейн, в продаже только квас. Народ там озверевший, он бьет друг другу фейс. Никто не слышал Strangers, готовит только Space. От этой всей недостаточно и тянет на мат. Еще по одной и по назад. Спасибо всех, с Новым годом! Петя, тебе спасибо. Нежданный гад, он все-таки состоялся. Да. Все-таки больше двух. И больше двух там нежданный гад. Николай Топников, Михаил Меркулов, прекрасные совершенно люди. Петр Кулеш. Да, в качестве участника группы. У нас уже больше сотни участников. Если кто-то хоть один раз попал в эту орбиту и сыграл, выступил с нами на одном концерте, он считается музыкантом нашей группы. Поэтому, Петя... Это большая честь. Как это, нежданно, негаданно влип, можно сказать. Да. В историю можно войти, попасть... И вляпаться. А я вляпался. Все, большое спасибо, ребята. И в Филевский парк, пожалуйста, следите за тем, что делают. Это еще не все, извини, конечно, но еще не все. Тоже я уже сколько раз... Мы вписались в Кулеш Джем, наверное, какой-то 25-й. Это было? 23-й, вот. По 2.5 примерно года назад. Да, это было феерично очень. Я наблюдал различные команды на различных площадках. И это было супер. Но меня всегда терзал вопрос, а почему вот в этой всей вот истории я не вижу ни одного проявления мерч, где мерч? Футболки, да, молодежь, дети, взрослые, женщины, которые футболки Кулеш Джем снимают. Я знаю, почему он клонит. Вот. Пусть они футболки снимают. Вот. Да. И год назад вот тут все тебе подношения делали. Да. Я через год вот тоже тут вот подготовил тебе целый мешочек. Вот таких вот значков. О, спасибо большое. Ты можешь подумать, как их вручать. Там первой степени. Ну, они одинаковые, но все равно там, кто участвовал 10 кулешей, кто еще? Вот на эту тему подумай. Да, хорошо, спасибо большое. Кстати, спасибо себе большое. Я не оставил ни одного, так что можешь подарить первым нам. Я подумаю. А можно, Женя, выдергивать разъемы? Я не уверен, что вы достойны прям вот первый получить. Но посмотрим, надо подумать. Как будете себя вести, да? Да, спасибо большое. Еще раз Николай Топников, Михаил Меркулов, Каляев Камигель и... И Нежданный Гадан. Нежданный Гадан, да. Так, давайте дальше следующая группа, Люба. Что, Люба? Фотографироваться, пардон. У вас уже 50 раз фотографировали. Не, нормально. Не, это было вне программы. Это было не так хорошо. Так. Давайте, сюда только микрофон. Ненавижу. Раз, два. Ненавижу. Ломай. Ломай его полностью. Для любого фотографа. Ломай микрофон. Для любого фотографа это ужасно. Самое страшное для фотографа это микрофон. Нет, потому что он занял фокус. Самое страшное это люди со смартфонами, которые выбегают в фильм. Давай уберем, а то сейчас это... Не надо убирать. Владимир, у тебя там автофокус или ручной? Он нормальный, конечно. Вот такой, да? Да. А что? Ну, он просто фокусируется вот обычно на этих вот делах. Не. А у барабанщиков на хейт. А можно так уже? Все, нормально, релакс. Ну как получилось, так получилось. Все, отлично. Извините, если шутить.